Итак, здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Сегодня я буду вешать секс-прайс в полочку. Вот такую вот, смотрите, да? Я уже одну сторону замерила, все сделала. Уже на соплях она там, чтобы здесь отрегулировала. Так, чтобы здесь мне уже ее... Вот здесь сейчас перфоратом прокручу, просверлю. Вот. И буду ставить. И все вам покажу. Сейчас я шурупчик вытащу, чтобы... Вот он. Вот такая у нас за 99 рублей. Смотрите, красавица она. Вот такая вот. Вот. Здесь заглушечки две штучки. Все, сейчас я вам покажу. Я ее уже работаю, делаю. Там не были... Для саморезов не было вот таких. Вот смотрите, да? Не было. У меня есть свои. Вот, я взяла туда сейчас просверливать и буду вставлять их обязательно, чтобы не болталось, дорогие мои друзья. Понимаете? Вот. Чтобы она плотно все стояла, все там держалось нормально. Вот, так что там я уже замерила все. У меня карандашик есть специальный. Я купила тоже вот такой в экспрессе. Вот такие были карандашики грифельные. Очень отличная вещь. Когда человек работает, что-то делает. Так, итак, у меня здесь замечено. Вот она. И я начинаю сверлить. Перфоратор вот такой у меня Makita. Отличная вещь. Я взяла сверло на 4. Вот, это у меня на 5, чтобы она плотнее села. Вот здесь, понимаете, чтобы там не болталось. Специально меньше делаю, чтобы она зашла плотно. И здесь она хорошо входила. Просто я чуть-чуть ее сейчас расшарушу, так называемую. Если я пятеркой, то она будет болтаться. Надо меньше чуть-чуть. Так, мы сейчас посмотрим, как она подходит. Вот, видите, зашла. Сейчас я постучу молоточком, попробую. У меня маленький небольшой молоточек. Вот такой. Вот она. Сейчас посмотрим, как она туда. Вот так. Так, можно еще чуть-чуть. Можно еще чуть-чуть. Видите, туговато. Можно еще немножечко. Немножечко зашла. Сейчас я еще чуть-чуть добавлю, и все, и она войдет. Главное не переборщить. А то... Так, сейчас мы с вами, дорогие друзья, вставляем ее на место. Берем молоточек, вот он, и делаем. И вот так вставляем. Все, теперь она... О, класс, вообще супер. Как она тут была. Так, это можно обрезать ножичком. А можно нет, сейчас посмотрим. Потому что она там все... Берем родной шурупчик. Шурупчик. Не шурупчик, а шурупчик. Так, где эта штучка? Где-то, вот она. Итак. Итак, мы вставляем ее. Наживочку делаем. Вставляем вот так. Шурупчик. Сюда. Сейчас я вот так вам покажу, чтобы вам видно было. И у меня сейчас отвертку
Сейчас, секундочку. Вот так, все. Вот. И мы ее туда вставляем, дорогие мои друзья. Так, сейчас. Все, сейчас я ее закручу, и будет все нормально. Вот так. Хорошая вещь, 99 рублей. Отлично. Сейчас мы сюда навешаю все эти свои, которые мне мешают вечно. Очень много у меня инструментов на кухне для готовки, для резать лапшу или что-то такое там. Очень всяких этих принадлежностей, которые мне уже не умещаются. Вот так. Так, и тут я закрепляю. Вот здесь тоже наживлено было. Ну вот и все, мы вешаем. Видите, все нормально. Вешаем туда. О, видите, стоит как. Супер, классно. И крючочки все сюда вешаем. И говорим, что мы с вами сделали. Каждая женщина может делать, если она хочет. Нет слова, не могу у меня. Надо, хочу и надо. Все. Главное, чтобы был инструмент на ходу, необходимый для работы. Так, вот так крючочки вешаем. Вот такие крючочки. И будем вешать инструмент сюда весь, который у меня давно мешался. Все, некогда, некогда. А сейчас я решила, все, надо делать до конца. Все крючочки вешать, которые мне необходимы. В ванной повесила, еще одну повесить надо там под фен. Так, ну вот так, другие друзья, сейчас я покажу, что-нибудь повешу и покажу вам. Так, ну вот, классно, да? Супер! Сейчас, мои дорогие. Так, все повесила, лишь там освободила себе, потому что мне тоже надо там сейчас, потому что очень много всяких, вот видите, тесто резать одна, вот она, другая тесто тоже. И она как тесто резать, и еще как она лопаточка. Два в одном. Это яблоки резать. Вот, это подставка. Это лопаточка тоже. Так что очень много всякой мелочи, которая бывает вот нужна. Ее раз, схватил, да, и взял. Вот, теперь у меня будет все на... Потому что это кухня. Это не галерея, не художественная, это кухня. На кухне мне должно все быть под рукой, чтобы я раз, схватила, взяла, ага, все использовала, опять промыла и повесила. Вот так. Так что не надо искать ни по ящикам мне, где, ой, где лежит, там это. Специально вот такая вот штука. Ну вот, если вам понравилось, ставите лайки. Если нет, то антилайки. С вами я, Марина. Мне нравится. Ну, правильно, молодежь сейчас что-то навороченное, крутое, когда финансы есть, как говорится, да, вот, средства можно большую вовсю, но там у меня микроволновка, я бы хотела вообще вовсю бы ее пустить, да, вот такую длинную купить, вот, но пока вот так, так что вот так, мои дорогие друзья, все, пока-пока, счастливо всем, всего хорошего, я с вами, Марина. Подписывайтесь, если кто не подписан. Спасибо, Макити. Спасибо. Выручил, дружочек. И умение, талант. Еще нужен умение, чтобы все это делать. А, я еще не поставила. Сейчас, дорогие, извините, пожалуйста. Вот видите, хвалюсь, хвалюшка. А, не поставила заглушечки. Вот они. Раз, заглушечка, да? И вторая. Вот это теперь красиво. Теперь как? Да? Вот это красота. Все, пока-пока, счастливо всем. Спасибо, что вы посещаете мой канал. Я с вами, Марина. Кто не подписывал, подписывайтесь, Марина Ширина. Все, пока-пока.